Стартовый номер 51. Проводник Мария Вишневская с кобелем бельгийской овчарки Малинуа Love and Spirit Gigant. Была показана хорошая работа. Упражнение номер один. Собака, к сожалению, делает ошибки с укрытиями. Дважды обыскивает пятое укрытие. Не было обыскано, не было проверено третье укрытие. Соответственно, на втором укрытии собака начинает лаять. Далее весь поиск остальной совершен энергично, устремленно, убедительно, плотно, внимательно, с хорошим желанием, под отличной управляемостью. Оценка нижняя удовлетворительна. Удержание и облаивание. В целом собака работает достаточно внимательно, энергично. Хотелось бы видеть больше напора, больше доминирования. Облаивание собака начинает сразу. Хотелось бы видеть несколько более требовательное облаивание. Во второй части собака должна сохранять равномерность облаивания. Несколько реагирует на подход проводника. Отзыв по команде «Основная позиция» без замечаний. Оценка «Хорошо». Предотвращение попытки бегства помощника. Основная позиция и управляемость без замечаний. Укладка начальной фазы без замечаний. Собака атакует помощника быстро, энергично, эффективно, прямолинейно. Полная, крепкая хватка. Собака должна вести себя под давлением несколько более стабильно. Собака препятствует действию фигуранта. Переходная фаза в норме. Отпуск по команде без замечаний. Фаза охраны. Здесь хотелось бы видеть чуть больше доминантности, чуть более энергично. Оценка высокая, хорошо. Хорошо. Нападение из фазы охраны. Собака быстро, решительно, энергично делает контратаку. Собака делает полную крепкую хватку. Хватка спокойная, но поведение под давлением должно быть более стабильным. Собака активно борется с фигурантом. Переходная фаза в норме. Отпуск по команде без замечаний. На фазе охраны собака это делает внимательно, чисто и уверенно. Хотелось бы видеть больше доминирования и несколько более энергично. Подход проводника, основная позиция без замечаний. Самая нижняя очень хорошо. Заднее конвоирование. Здесь в самом начале собака должна более плотно сидеть в основной позиции. Далее при движении собака должна быть в более корректной позиции. Потребовалась дополнительная команда, чтобы взять собаку ближе к ноге. Оценка за это упражнение высокая, недостаточно. Нападение из заднего конвоирования. Начальная фаза. Собака сначала набегает очень быстро. Здесь хотелось бы видеть, чтобы собака атаковала более спокойно, более решительно. Собака делает очень энергичный захват. При этом хватка должна быть более полная. Хватка крепкая, должна быть более спокойная. Под давлением собака должна вести себя более стабильно. Собака оказывает сопротивление фигуранту. Переходная фаза и отпуск без замечаний. Фаза охраны плотная, внимательная. Хотелось бы видеть более энергичную, несколько более доминантную. Собака чисто охраняет
охраняет помощника очень внимательно. При боковом конвоировании собака опережает помощника. И хотелось бы видеть чуть более корректную основную позицию в конце. Оценка нижней хорошо. Нападение из движения. Управляемый вначале без замечаний. Собака в основной позиции ведет себя спокойно. Далее собака быстро, решительно, прямолинейно начинает набегать на помощника. В финальной части фаза раскрытия должна быть несколько более уверенной. Собака делает это энергично, решительно, но при этом собака переходит на лай. Далее хватка должна быть несколько более полная, хватка крепкая. При этом хватка должна быть несколько более спокойной. Поведение под давлением должно быть более стабильным. Собака активно борется с фигурантом. Переходная фаза должна быть чуть спокойней. Отпуск по команде без замечаний. На фазе охраны собака это делает плотно, внимательно, очень чисто. Хотелось бы видеть более энергичное, несколько более доминантную фазу охраны. Оценка нижняя хорошо. Нападение из фазы охраны. Быстро, решительно, энергично. Собака контратакует помощника. Хватка полная, крепкая, спокойная. Хотелось бы видеть несколько более стабильное поведение под давлением. Собака активно борется с фигурантом. Переходная фаза в норме. Отпуск по команде без замечаний. Фаза охраны плотная, внимательная, очень чистая. Собака ведет себя уверенно. Хотелось бы видеть более доминантную, более энергичную фазу охраны. Боковое конвоирование без замечаний. В конце собака должна занимать более корректную основную позицию. И когда опять же пристегнут поводок, вначале собака садится в позицию, после этого при пристегивании поводка должна сохранять ее. Было изменение, оценка хорошо. И ТСБ выражена, общая оценка хорошо, 84 балла.